Target filled. Target filled. Друзья, всем привет! Пятничка достаточно интересная была, ну, по крайней мере, мне была очень интересна эта сделка, и я стараюсь поделиться своими соображениями, но надеюсь, что там отклик она найдет в ваших душах и трейдерских сердцах. Она действительно была интересная, достойная внимания, поэтому разберем вместе. Но, ну, что здесь сказать, она сама по себе нудноватая была очень пятница, да, во-первых, это последняя пятница на неделе, на вот этой вот, да. Неделя неоднозначная была, она была импульсная достаточно в сторону лонгов. А потом был очень приличный там такой откат, может быть, неожидаемо неприличный. Ну и так далее, да, и пятница, как мы закроемся, то есть, как мы закроем эту неделю. То есть, какая она будет в итоге, лонговая или шортовая? Ну, исходя из закрытия предыдущей недели, она все-таки смотрелась лонговой, то есть как бы закрыться должна быть была лонгова. Ну и соответственно там точка входа, где входить. Ну и мы видим, что там в принципе в течение дня-то ну, ничего такого не было, то есть там какой-то картинки, ну локально может быть здесь можно было что-то пробовать, но честно говоря оно все хорошо видно постфактум уже, да, а вот в моменте там... Может быть, что и было, но я, честно говоря, мотался весь день, мне не особо некогда было смотреть. И хорошо, потому что, ну, смотрите, тут болтались мы вообще там всю ночь в какой-то байде, утро было непонятное, вот, ну, до обеда здесь вообще какой-то расколбас с такой, причем с попыткой расширяющегося какого-то, блин, треугольника непонятного вот этого, да, то есть вот эта вот тема, вот эта вот, вот. И так далее, и тому подобное. А вот вечерком интересно нарисовался моментик, и такие уровни были достойные внимания, поэтому там как бы сошлось очень многое в одной точке. И интересно она отработала. На видео там видно, да, что не закрыли меня в касание вот по второму тейку. Ну ладно, сейчас разберем, поясню все. В порядку просто все поясню. Чуть-чуть растянем, чтобы так более, наверное, было видно это. Вот, и посмотрим. Значит, смотрите, друзья мои, уровень очень интересный был здесь. Тут на самом деле их несколько сошлось в одной точке. Во-первых, 71.22, да, это лой четверга. То есть вот он у меня отмечен. Это лой четверга. Дальше. При подходе к нему мы начинаем шугаться заранее от него. Раз. Показали направленное движение интересное от него. Такой отскок приличный. Вот. И он явился лыжником вот к этому плечу. После чего мы делаем перелой. Здесь можно было продавать. Вот. По идее. Можно было продавать. По фэншую. Дальше мы подтверждаем этот уровень локальный вот этим вот пиком. Еще одна попытка сюда зайти, попытка отжать выше нас, отбросить. И дальше идет вот пробив, да, локального вот этого уровня. Вот этого локального уровня идет пробив. И идет пробив вот этого лоя четверга. И интересно то, что мы на отметке 71.09, 71.10 упираемся еще в один уровень. Так называемый банковский уровень подневки, да? Ну, то есть вообще, при этом мы еще бросаем вот здесь объем, вот этот максимальный объем дневной. И в активное достаточно время такое. То есть до закрытия еще далеко, да, ну прям вот рабочее время. Хорошее такое. Вот, поэтому, кроме всего этого, что я сейчас уже вот выше сказал, вот здесь интересная ситуация была разыграна. То есть здесь мы бросаем объем кластерный, вот здесь вот, вот здесь.
Вот, да? То есть мы вот здесь вот тестанули, то есть, как сказать, подтвердили этот уровень, да, вот этим касанием. Начинаем от него отжиматься, от этого уровня, бросаем объем в кластере, от этого объема закрываемся в пол, то есть закрытие свечи вниз. Дальше, на самом кончике свечи мы бросаем этот самый минимальный объем, и свеча закрывается. Следующая свеча делает перелой на тик. Вот. Дальше идет резкое пробитие вот этого объема, да? И после вот этого пробития, ну, в момент, то есть оно пробивает его, и я сразу запрыгиваю, то есть, да, вот момент пробития. То есть здесь можно было немножко по-другому попробовать встать, то есть, ну, как это сказать, хотя бы какое-то подтверждение увидеть. Какое-то подтверждение было бы, если бы вот, ну, на старшем фрейме, но в данном случае все, о чем я говорю, это объемный фрейм, который я смотрю кластерный там, ну, на нем вот этот уровень локальный 71, 25, 26, да, вот этот вот. То есть, когда мы вот сюда выше забрасываемся, вот тест этого уровня он был, вот, ну, зона 25, 26, вот она, да, уже здесь, вот она. Вот, и мы здесь видим, что здесь касание-то было. И там свеча была, она закрылась вот сюда, ну, короче, закрылась она вот так, вовнутрь этого диапазона. А диапазон у нас вот этот получается, да? Вот, грубо говоря. Сформированный такой, то, что мы явно видим. И здесь уже можно было вставать. Но я входил вот в агрессивно достаточно в момент пробития вот этого. Вот. Стоп был 37 тик, открылся на ТМ, и я его долго не двигал. Почему, тоже объясню. Потому что... Но не был уверен, что это все. Ну, то есть, что это весь ложняк. То есть, он мог быть кривым, этот ложняк. Очень мы любим такие вещи, да? Кривые ложники. То есть, нарисовали вот так. Да? Потом сделали вот так. Пробили и пошли. Ну, то есть, получается, ложняк не просто такой симметричный, V-образный, а вот такой вот. Да? Вот. Они же разные могут быть. Он может быть вот такой, то есть кривой наоборот. Ложняк. Может быть вот такой, может быть вот такой. Поэтому тут, так сказать, ну, рано было в момент, когда мы сюда стали запрыгивать, ставить стоп вот прямо за него. Потому что сделали бы еще вот такое движение, выбили бы тебя и потом пошли. Вот, поэтому, ну, это интересно разыграли вот здесь вот, объем кластера вот эти повыбрасывали, объемы пошвырялись ими, интересно как-то все это минимальными объемами, ну, здесь, в общем, все было, вот, ну, интересно очень разыграно, и пошли наверх, и закрытие тоже было такое же интересное, то есть, значит, ну, во-первых, было понятно, что время уже, да, смотрите, пятница, 21, ну, 10 часов практически, максимальный объем последний там 22:30, да, вот. Но там активность резко падает уже, вот в чем дело в это время. И надеяться на какой-то, ну, хороший резкий, ну, такой стремительный проход, ну, как бы тоже тут непонятно. Он может быть, может не быть, ну, то есть, ну, уже там все как-то так неоднозначно. А первая цель, 771, 55, 54, вот эта зона, да, вот этот уровень, так сказать, в который мы тут очень бились много, долго подтверждали его. Ну, то есть он явный. Причем он уровень со старшего фрейма 71-54. И там тоже еще несколько фильтров кладутся на этот уровень. То есть это как бы оставим за кадром, но почему цель первая здесь? Ну, если говорить по-простому, то это просто диапазон. Да? Это границы, верхняя граница диапазона вот этого вот. По отношению к которому мы даже вот локально можем этот ложняк рассматривать. Поэтому первая цель здесь. Вторую цель я там стоял 71-76, то есть надеялся, что повыше мы зайдем. Хотя я, конечно, понимал, что, скорее всего, перехая не будет уже никакого в эту пятницу. Пятница сама по себе вообще день такой, да? Ну, в общем, что-то еще там на что-то надеялся. Но когда вот здесь, наверху, первую цель закрыли, вот там интересно тоже картинку я пронаблюдал. Они вот здесь вот, собрали объем хороший очень. Объем. И было интересно, думаю, вот что, неужели прямо здесь, а здесь тоже видите вот это, да, основание-то вот оно есть такое локальное, как бы просматривается, да, вот. Вот эта вот штука просматривается.
И думаю, интересно, что ниже отожмутся, может быть, даже на тест придут вот опять этого, а потом пойдем, или как это будет. И время смотрю, уже вот это все как-то, знаешь, вырисовывается, думаю, вот интересно, как это все разыграется. Вот. Они объем этот бросили, потом сделали из него выстрел сюда. Я думаю, блин, неужели прям вот сейчас таким вот одним движением дадут вторую цель? А нет. Они вот здесь вот бросили объем. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот. Бросили объем. И пошли на тест вот этого. И понятно было, что вероятнее всего отсюда будет отскок, потому что теста этой зоны еще не было. То есть мы не трогали ее после того, как эти объемы набросали и из них шмальнули наверх. Поэтому по-любому тут отскок он будет первый какой-то. И поэтому видно там на видео, да, что я передвинул тейк по второй цели вот сюда. И они меня не закрыли в касании. Ну там, честно говоря, пожадничал, потому что там я поставил прямо, прямо под кластер, прям четко под кластер там в склень. Этот орден. Но нужно было хотя бы на тик, на 2 можно ниже ставить. Ну, чтобы более вероятно, да, это было. И там мы видим, что в касание произошло, но закрытия не было, меня не закрыли. И дальше вот видите, как каверзно они все это отрисовали, да, то есть они пошли, локальный этот уровень пробили, маленький лыжничок вот этот тут нарисовали, сняли меня, да. Вот, я закрылся по последней цели, там плюс 14 тик. А потом пошли и уже сделали полноценный тест вот этого вот объема, да, после которого отвалились вниз, уже перелой сделали, да, и как бы ложняк ложняка вот этот вот исполнили, вот. Ну, в общем, так как, так интересная классическая такая схема достаточно была, в общем, интересно было в пятницу. Поэтому есть чем поделиться, достойная такая, ну, такой розыгрыш состоялся этой темы, всех этих уровней очень достойный. Поэтому вот было чем поделиться. На всем, друзья, у меня все. Больше новостей нет. Благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, жмем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, приятных выходных. Спасибо, пока.